Привет, здравствуйте. Сегодня 1 марта, начало весны, чем я вас всех поздравляю, ребята. У нас так говорят, зиму пережили, можно общие фотографии сделать нам всем. Можно сняться вместе, что зиму пережили. Это шутя, я говорю. Вот мои сизы. Ребята, как я всегда говорю, попросили, я вот и снимаю их. Здесь второй отсек, я загнал здесь птицу. И они паруются тоже и буду разводить. Идет паровка и разборки у них. Есть подписчики и ребята, которые сизых очень любят. За свою историю я тоже очень хороших сизых видел. У них перчная игра красивая. Я так скажу, сизы рада начальники всех голубей. Есть хорошие голуби, но у линтовой птицы, у сизых, то, что я игру видел, у них очень хорошая игра. Но разделять, я так думаю, птицу нельзя, ребята. Я вот обычно, знаете, когда собираемся, ребята, ну, пожилые люди, голубеводы, голубятники, кто давно голубей держит, я у них всегда спрашиваю и задаю такой вопрос. Ребята, за свою жизнь, ведь вот вы уже давно держите голубей, да? За свою жизнь, то, что вы прожили. Какую голуби вы можете вспомнить? Вы сами, вот сейчас я тоже, вам тоже задаю это вопрос. Какую голуби вы можете за свою жизнь вспомнить, чтобы она была отличная? И по виду, и по игре, и по лету. Все ребята одно и то же породу и одно и то же масть не называют. Кто голубку говорит, кто самца говорит. Вы в своем сердце тоже посмотрите и вспомните за вашу жизнь, какой у вас хороший голубь был. И ни один голубевод не отмечает то, что у него вот одна порода была только, и вот та порода разделяется. То чернохвостых говорит, то бакирских белых говорит, вот эти басяков, то, что некоторые лохмоногих называют, вот у меня лохмоногий был такой. Некоторые краснохвостых, некоторые сизых, некоторые лимонки. У меня была одна порода, белясы они были. Вот у них, ребята, была игра такая и лед, что вообще красивая. По моей жизни этим были мои лидеры. Ну, естественно, этой породы у меня, это молодость у меня была. Этой породы у меня сейчас в данный момент нету, но они тоже неплохие, хорошие. Вот что я вам хотел сказать. У каждого из вас тоже любимая птица, ушедшим я имею в виду. Видишь, сейчас в данный момент тоже будет хорошая птица, но то, что вспомнить можно. Один белясый. У меня среди сизых. Она у меня здесь вылупилась. Выросла у меня здесь. Ну, птенец сейчас называется. Вот эти мои старопородные грузинские сизы. Thank you.
тут одна пара уже скоро яйцо снесет. Гнездо уже выбрали и сидят. Хочу не прекращать драться. Не всегда я говорю. Видите, цвета у них хорошие, глаза хорошие. У некоторых отрезаю лохи, а у некоторых не надо отрезать. У них небольшие. Этими отличаются наши сизые. Нет здесь и смешанный кров. Я ребята так считаю. Если у цветной птицы нет глаз хороших, эту птицу я не уважаю. С красными глазами. Не обижайтесь, кто держит этими. Но я таких люблю. А вкус не спорят, но я все-таки так и говорю. Потому что с хорошими глазами и тоже есть лёта игра хорошая у них. Обычно в Азербайджане глазами называют птицы, у которого тяга к дому. Мозги и глаза у них, говорят, это одно и то же. Если мы их, которые сильные мозги имеют, я имею в виду, она нелегко теряется. Если кому-нибудь отдашь, домой возвращается. Во время лета в облака теряется, он все равно до дома доходит. Может туман унести или что-нибудь, но тяга домой у него сильная. И в Азербайджане это и называют глаза. А когда у нас по-другому. Глаза есть глаза. Я имею в виду цвет глаза. Что это красивое. Я же обычно говорил, что цвет глаза должно быть. Цвет плеч, как и плеч цветной имеет такой. Даже у мраморного цыгана, который мы называем, я раньше говорил, что глаза у них должны быть тоже пятнистые глаза, как и цвета. Вот такой вариант я вам говорю. В каждом республике по-своему это голубей это ценят. И слова. Ну, ценят они все одинаково. Хороший голубь есть хороший голубь. Но, как я объяснил, цвет глаз это у нас по прямой говорится, что цвет глаза. Раньше две пары я запустил сюда, чтобы они споровались. Они заняли свое место. Сейчас
Я сюда завел с общего вольера, которые меня съели. И вот те, которые уже заняли гнездо, они дерутся. Не любят соперников. Как я и сказал, сегодня 1 марта. Получается, что я поздно начал их уже порвать. Но ничего, догоним. Возьмем птенцов и все равно. Молодняк пойдет у нас. Фокс. Или брейк надо говорить, да, когда дерутся. И как видите, у меня птица здоровая. Так и должно быть. Потому что уход за ними правильный. Да, здесь самцов чуть больше, чем самок сизых. Я хочу одного лимона спаровать, а другого сиреневого самку. Потому что сизых у меня самок нет больше. Вот приходится эти споровать. А я вообще считаю, что сиреневый, я раньше тоже говорил, что это для меня универсальный птиц. Вот сиреновым я спарую, да. Вы увидите, каких отличных сизов они будут давать. Сиреневая такая птица, что любой цвет, я имею в виду, она подходит к сизам очень хорошо. И белясым тоже, и к лимонкам. Это уже для меня испытанный вариант. Ну что, ребята, вроде я все заснял. Мои подписчики мне попросили, сними еще сизы близко, а вот я каждый раз снимаю то, что мне говорят, я исполняю. Может, кому-то уже надоело на мою птицу смотреть, но раз кто-то просит, я стараюсь, если
нормально со мной обращаются, нормальные комментарии пишут и прилично обращаются, я всегда стараюсь исполнить. Всем пока, до свидания, до новых встреч. Еще раз поздравляю с началом весны, чтобы у вас было и в республике, и в дому, и в гнезде мир, счастье и любовь. Счастливо, ребята!